Здравствуйте, гости дорогие! Вы на канале «Рецепты бабушки Эммы». Добро пожаловать! Меня зовут Леня. Сегодня мы готовим начинку из грибов для пирогов и пирожков. 250 граммов лука чистим, моем и нарезаем средними кубиками. Напоминаю, купить книгу «Любимые торты бабушки Эммы» можно только на нашем сайте videokulinary.ru в разделе «Магазин». 300 граммов белых или коричневых шампиньонов или других грибов по вашему выбору нарезаем кубиками со стороной приблизительно 1 сантиметр. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте нажимать на колокольчик возле кнопки «Подписаться» для того, чтобы получать информацию о всех наших новых видео. В сковороду с толстым дном наливаем 50 мл растительного масла. Разогреваем. Добавляем нарезанный кубиками лук. Время от времени перемешивая, обжариваем лук до прозрачности. Хочу рассказать вам и пригласить вас отдохнуть у нас в циммерах «Избушка». Циммеры «Избушка» — это очень уютные деревянные домики. Циммеры «Избушка» расположились на севере Израиля, на голландских высотах, в окружении горных рек, озер и водопадов. Наш сад — особая гордость. Его создавала бабушка Эмма, моя мама. Могу с полной ответственностью сказать, что второго такого красивого сада в Израиле просто нет. Ссылка на сайт и телефон для заказов в описании. Сайт называется izbushka.co.il, а номер моего телефона 052-666-3131. Звоните и заказывайте. Мы гостям всегда рады. Добавляем подготовленные грибы. Обжариваем грибы до мягкости, время от времени перемешивая. Добавляем половину чайной ложки соли и щепотку черного молотого перца. Накрываем крышкой, делаем маленький огонь и тушим приблизительно 15 минут. Через 15 минут снимаем с огня, перекладываем начинку в миску и остужаем. С грибной начинкой, приготовленной по этому рецепту, получаются замечательные пирожки и пироги. Грибная начинка готова. Можно приступать к приготовлению пирогов и пирожков. Вдохновения вам и удачи!